Muchas gracias. Большое спасибо. Добрый вечер. От всей души приветствую вас вместе со всеми, кто работает в Тропе Белла. Сегодня мы представляем коллекцию пляжных костюмов, а также повседневные модели, особый интерес среди которых должны привлечь деловые костюмы. А теперь перед вами хозяйка сегодняшнего вечера, сеньорита Вивиана Джибелли. Спасибо, Сусана. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне особенно приятно сопровождать вас в этом увлекательном путешествии по миру моды. Сегодня, как уже сказала Сусана, замечательная фирма Тропе Белла представляет новую коллекцию пляжных костюмов деловой и повседневной одежды. Слова здесь излишни. Перед вами наши модели. Вся прелесть женского тела открывается с особой полнотой благодаря этим моделям, цветовая гамма которых гармонирует с энтузиазмом, солнцем и радостью, так щедро даримым нашей пышной тропической природой. Перед вами Марлен, Нейка и Кристиан. Пора? Нет, ты была права. Сначала выступают преподаватели, потом директор, а дальше готовься ты. Будет твоя очередь, ведь ты лучшая студентка нашего института. Да ладно, не преувеличивай. Вовсе нет, вот увидишь. Вспомнишь мои слова, когда тебе вручат диплом с отличием. Что-то не верится. Твоя мама будет тобой гордиться. Только бы с ними ничего не случилось. Успокойся, они приедут на такси с минуты на минуту. Кстати, Габи, когда ты говорила, у тебя собеседование в фирме Тропе Белла? Завтра, уже завтра. Это собеседование очень важно для меня, от него многое зависит. У тебя хорошие рекомендации института, кроме того, у тебя есть интересные работы. Если бы мне так повезло. Если завтра все пройдет благополучно, считай, твоя жизнь уже устроена. Хорошо бы. Мне очень нужна эта работа. И мне, и моим родным. Они сделали все, чтобы я могла учиться. Ты ведь знаешь, это обучение стоит недешево. Сегодняшний день мне казался нереальным, недостижимым, несбыточным. Но вот-вот я получу диплом, и все благодаря моей семье. Теперь моя обязанность вернуть им этот долг. Я должна им помочь, во что бы то ни стало. Ты права, но послушай, что я тебе скажу. Ты много работала, чтобы получить этот диплом, но для того, чтобы зарабатывать деньги, тебе это не нужно. Хочешь, я познакомлю тебя с женщиной, у которой ты заработаешь кучу денег гораздо быстрее? Представляешь, сколько бы ты получала, если бы ты работала манекенщицей, Габриэла? Да ты что, манекенщицей? Ты что, с ума сошла? А почему бы и нет? Эта работа позволит тебе обеспечить семью. Я представляю, какое впечатление ты бы произвела. Это была бы сенсация. Ты ведь очень красива, Габриэла, ты самая красивая. Тоже мне. Сейчас, в период отпусков, особое внимание следует уделять деталям. Смелее дополняйте бронзовый загар экстравагантными пляжными костюмами. Например, вот такими, как эти. Яркие, бросающиеся в глаза, передающие вашу чувственность. Они представляют собой смешение стилей и цветов. Зовут вас выйти на солнце и дать выход вашей энергии. Не знаю, чего-то не хватает. Не достает. Чего? Не знаю, может быть... Может быть, красоты? А? Пожалуй, именно красоты. Ты серьезно, Рикардо? Да, серьезно. Мне кажется, не хватает подлинной красоты, настоящей красоты. Я уверен, нам нужна красивая женщина. Нам нужна красавица. Нам надо найти самую красивую женщину. Понимаешь?
Я ведь не просто хорошенькая девчонка со стройной фигуркой, как на картинке. Я человек думающий. У меня есть ум, есть способности, которые я хочу развивать. Я хочу добиться признания. Нет, ни за что я не буду торговать своей внешностью, а уж тем более женским достоинством. Манекенщица. Никогда. Нет, это не для меня. То, что мы делаем, это всего лишь еще один показ пластичных тел, накрашенных лиц. Понимаешь, ничего нового. То же, что и всегда. А мы должны показать истинно красивую женщину. Такой женщины у нас нет. У меня иное призвание. Я займусь чем-то важным, на что не жаль потратить силы. Меня интересует мода, но не просто моделирование одежды, а разрушение устоявшихся схем. Я не буду сидеть и ждать, когда мода придет к нам из-за границы. А именно к этому все здесь привыкли. Большинство только подражают иностранным образцам, занимаются плагиатом. Я же создам нечто новое, в чем выразится моя индивидуальность. Мой особый подход к развитию моды в нашей стране. Это будет нечто особенное, подлинно мое, только мое. У нас застой, мы не развиваемся. Посмотри на этих аппетитных дамочек. Это же посредственность, именно посредственность. Посредственность не развивается, топчется на месте. Перед вами лучшая девушка Тропибеллы Эстрелия. Только не говори, что она тебе не нравится. Уж я-то знаю. Почему же? Как женщина, она мне всегда нравилась. Но не так сильно, как ты. Конечно. Конечно, однако тебя не оставляет равнодушным не только самые известные манекенщицы страны, но и прочие куколки. Конечно, это моя работа. Мое равнодушие было бы непростительно. Ты знаешь, я страстный поклонник женской красоты. Это мужчины придумали, что мы должны торговать своей внешностью. Они считают, что женщину можно купить, ее тело. Ведь мы для них только украшение, красивый предмет. Подожди, я не об этом говорила. Смотри, вот они, ну наконец-то. Мама, давайте скорее. Сейчас, одну минуту. Заплати шоферу. Чем? А, у меня где-то были деньги. Сейчас, доченька. Да вот же они, вот. Ладно, Габи, дорогая. Мама, это моя лучшая подруга Эва Суарес. А я слышала это имя от тебя. Так это ты, Эва Суарес. Очень приятно. Спасибо, что ты так много помогала моей дочери. Я тебе очень признательна. Ведь она мое золото. Все мои дети сокровища. Я очень люблю Габриэлу. Думаю, для вас она самая главная в жизни. И вы для нее много значите. Как бы я хотела быть членом вашей семьи. Можно? Конечно, приходи к нам. Хоть дом и небольшой, всем места хватает. И детям, и мужу. Левша, куда он опять делся? Вот так с самого утра. Мама, мама, быстрее пойдемте, а то опоздаем. Давайте, давайте. Габриэла, дорогая моя.